О диверсификации экономики Казахстана говорить рано, считает спикер Верхней палаты парламента. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в стране по-прежнему доминирует крупный бизнес в нефтяной и горно-металлургической сферах. Развитие МСБ стало предметом обсуждения на сегодняшних парламентских слушаниях в Сенате. Государство предпринимает большие усилия по улучшению бизнес-климата. Но, как представляется, принятых мер все же недостаточно. А вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не превышает 25%. Он в основном задействован в сферах торговли и сельского хозяйства. Нам нужно, наконец, детально разобраться в причинах такого положения, идущего вразрез с известными поручениями главы государства.